Люди привыкли делить мир на черное и белое. Но есть те, кому это не нужно, потому что они представляют мир совсем иначе. Их диапазон возможностей невероятно велик. Там, где другие пасуют, они набирают скорость. Условности и границы для тех, кто не верит в себя. Для других преграды – это возможности. Обилимпикс – чемпионат для тех, кто обращает сложности в возможности.
Ее будет видно. Она будет видно, да. Да. Я точно так же, как и. Это самое лучшее. А кролик? А видели? Кролика не видели. А, ну тогда, наверное, не стоит тоже заводить. Кто присутствует? Доброе утро еще раз, уважаемые участники, коллеги. Здравствуйте, уважаемые эксперты, организаторы конкурса. Сегодня в Камчатском крае стартует 4-й региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди граждан с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс-2021». Уважаемые коллеги, участники, несмотря на то, что технические возможности не позволяют нам сегодня быть друг другу с глаза на глаз, мы даже через экран монитора попытаемся передать вам свою теплую энергию, свои пожелания, и надеемся, что вы также будете приветствовать друг друга, не стесняться своих эмоций. Договорились? Эти аплодисменты и приветствия сейчас звучат для вас. Сегодня на открытии чемпионата присутствуют министр образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова, министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Борисовна Ниценко, заместитель министра образования Камчатского края Ирина Сергеевна Медведева, руководитель регионального центра развития движения «Обилимпикс» в Камчатском крае Андрей Анатольевич Волков, главный эксперт чемпионата «Обилимпикс» Лариса Евгеньевна Карнаухова, а также участница «Обилимпикс» категории студенты Ольга Голубова. Итак, «Обилимпикс» и все, что вокруг него реализуется, это поддержка тех, кто в ней нуждается. Это тот проект, где есть профессиональная конкуренция, где можно в реальном времени изучить границы своих возможностей и понять, куда двигаться дальше. В Камчатском крае чемпионат проводится с 2018 года, но он уже прочно утвердился в качестве востребованной площадки профессиональной ориентации, профессионального мастерства и трудоустройства людей с инвалидностью. Забота о камчатцах с ограниченными возможностями здоровья является приоритетной в социальной политике Камчатского края. Уважаемые участники, 4-й региональный чемпионат профессионального мастерства приветствует министр образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова. Здравствуйте, уважаемые участники. Я действительно очень рада приветствовать всех, кто сегодня находится на открытии и кто по тем или иным причинам, например, потому что соревновательный день будет завтра, не участвует сегодня, но в любом случае они вместе с нами, и они будут сегодня и завтра участвовать в соревновательных площадках. В этом году мы устраиваем соревнования по 13 компетенциям. Начинали, конечно, далеко не с такого количества. Чемпионат у нас только 4-й получается, а мы уже достаточно выросли. И даже с прошлого года мы все равно подросли. У нас в прошлом году было 11 компетенций. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о том, что материально-техническая база наших учреждений становится готова открывать новые компетенции. И это очень здорово, потому что все больше у нас есть лаборатории, оборудования, которые соответствуют современным требованиям и стандартам для проведения подобных соревнований. Кроме того, конечно же, вот такая возможность поучаствовать в чемпионате – это прежде всего возможность не только посоревноваться, но и проверить свой профессионализм. А значит, это место, где можно и нужно расти профессионально. И чем больше людей мы будем привлекать к этому движению, тем, конечно, больше будет возможностей у вас всех найти себе хорошую работу, найти дело по душе и быть таким самореализованным человеком в своей жизни. Поэтому мне хочется пожелать вам удачи на чемпионате,
поскольку я уверена, что умение у вас есть, а вот удача, как и в любых соревнованиях, немножко не помешает. Всем вам удачи, хороших таких дней соревновательных, найти себе общение хорошее и, конечно же, безусловно, получить новое что-нибудь для себя, для своего дальнейшего развития. Всем успехов! Благодарим, Александра Юрьевна, за такие добрые, важные слова в адрес наших участников. Мы продолжаем приветствовать чемпионат. Обилимпикс – это олимпиада возможностей, где каждый из участников может показать свои профессиональные навыки, свои таланты и доказать, что все люди равны, ведь их способности одинаковы и в обучении, и в трудоустройстве. Слово для приветствия предоставляется министру труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталье Борисовне Ниценко. Доброе утро, уважаемые конкурсанты, эксперты, коллеги. Я очень рада сегодня присутствовать на открытии нашего 4-го регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс». Сегодня все люди стремятся найти свое место в жизни, найти себе хорошую, высокооплачиваемую работу. Ведь трудовая самореализация, она важна для каждого человека. И, конечно же, данный чемпионат, он позволит каждому из вас продемонстрировать уровень своего профессионального мастерства. Но кроме этого, площадка «Обилимпикс» – это прекрасное место для общения, новых знакомств и возможностей своего профессионального роста, потому что по итогам чемпионата работодатели присматриваются к своим будущим кандидатам. Участники чемпионата «Обилимпикс» из года в год доказывают то, что им, вне зависимости от своих физических возможностей, все по плечу. Они могут найти себя в различных сферах, добиться серьезных и значимых результатов. И, конечно же, в сегодняшнем чемпионате у нас принимают участие смелые и талантливые ребята. И ваша сила воли и стремление добиться серьезных профессиональных успехов, конечно же, служит примером для других. Поэтому я желаю вам плодотворной работы, хороших впечатлений, новых друзей и успехов на данном чемпионате. Спасибо, Наталья Борисовна. Уверена, что ваши слова станут доброй поддержкой и для участников, и для экспертов. Мы продолжаем. Действительно, дорогие друзья, с каждым годом региональный чемпионат «Обилимпикс» набирает все большую популярность, растет количество участников и число компетенций. В этом году региональный чемпионат собрал 90 участников трех возрастных групп, которые будут состязаться в своем мастерстве по 13 компетенциям. И надо отметить, что две из них новые. Это швея и обработка текста. Соревнования будут проходить на 4 образовательных площадках, и 78 опытных экспертов будут осуществлять судейство конкурса. Мы видим, что, несмотря на волнение, участники и эксперты уже все готовы к старту, и, конечно же, мы спешим их представить. Камчатский сельскохозяйственный колледж. Здравствуйте, коллеги, мы вас видим. На этой площадке будут соревноваться по компетенциям ландшафтный дизайн. Главный эксперт компетенции Марина Леонидовна Гамолина, преподаватель Камчатского сельскохозяйственного техникума. Дорогие друзья, дарите друг другу свои эмоции, также передавайте их аплодисментами, вы можете помахать нам руками, мы очень хотим, чтобы вы почувствовали и наше тепло, и тепло других участников. Следующая компетенция в Камчатском сельскохозяйственном колледже – это малярное дело. Главный эксперт Владимир Александрович Лебедев, мастер производственного обучения. Компетенция бисероплетения. Главный эксперт Светлана Анатольевна Салцевич, мастер производственного обучения. И резьба по дереву. Главный эксперт Александра Сергеевна Раевских. Дорогие друзья, верьте в себя, стремитесь к успеху, у вас обязательно все получится. Удачи вам! А мы приветствуем Камчатский педагогический колледж. Здесь соревнуются участники по следующим компетенциям. Учитель начальных классов,
Главный эксперт Татьяна Федоровна Грудиева, преподаватель Камчатского педагогического колледжа. Вязание крючком. Главный эксперт Анна Викторовна Мельникова, учитель технологий средней школы номер 9. Компетенция экономика и бухгалтерский учет. Главный эксперт Марина Арнольдовна Крылова, методист Камчатского промышленного техникума. Компетенция предпринимательства. Главный эксперт Александра Ивановна Баранова, преподаватель Камчатского индустриального техникума. И компетенция швея. Главный эксперт Елена Владимировна Мельникова, преподаватель Камчатского педагогического колледжа. Дорогие участники, эксперты, пусть у вас все получится на этом чемпионате, пусть результаты превзойдут все ваши ожидания. Желаем вам успехов! Мы приветствуем Камчатский политехнический техникум. На этой площадке соревнуются участники по компетенциям «Социальная работа», главный эксперт Анастасия Сергеевна Медынина, и «Обработка текста», главный эксперт Елена Александровна Павлова. Мы поддерживаем вас в вашем чемпионате, дорогие участники, желаем вам уверенности, смелости, решительности в достижении своей мечты. Мы также приветствуем участников Камчатского колледжа технологии и сервиса. Соревнования здесь будут проходить по компетенциям медицинский и социальный уход, главный эксперт Лариса Евгеньевна Карнаухова. А также карвинг, главный эксперт Елена Сергеевна Лисовская, преподаватель специальных дисциплин Камчатского колледжа технологии и сервиса. Дорогие друзья, мы желаем вам реализовать не только свои навыки и таланты, но и открыть в себе и в своей профессии много нового. Эти аплодисменты вам. Мы познакомились с участниками и продолжаем нашу церемонию. Сегодня все вы немного волнуетесь, и мы также организаторы, эксперты и наставники. С приветственным словом к участникам чемпионата обращается главный эксперт компетенции медицинский и социальный уход Лариса Евгеньевна Карнаухова. Дорогие участники, от всей команды экспертов... Да, все работает. От себя лично рада приветствовать вас на открытии 4-го регионального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс». Искренне желаю каждому из вас удачи на пути к успеху, пройти соревнования с максимальным результатом. От имени всех экспертов, команды поддержки участников обещаю, что во время чемпионата будет поддерживаться состязательный дух, честная игра в соответствии с основными принципами чемпионата «Обилимпикс». В добрый путь! Спасибо, Лариса Евгеньевна. Проходите, пожалуйста, на место. А от участников соревнований выступит Ольга Голубова, участница в категории «Студенты», компетенция «Медицинский и социальный уход». Ольга, тебе слово. В мире много препятствий и сложностей, и порою не сил улыбаться. «Обилимпикс» – площадка возможностей для людей, не привыкших сдаваться. Мы немного от всех отличаемся, мы не лучше других и не хуже, просто верим, что жизнь не кончается, если ты в этом обществе нужен. Чтобы знали про нас и заметили, будем мы за победу сражаться. «Обилимпикс» – наш старт и открытие, он для тех, кто не хочет сдаваться. Ольга, спасибо большое! Мы уверены, что эти твои замечательные стихи станут хорошей мотивацией и поддержкой для всех участников конкурса. Ну что ж, все готово к началу соревнований. И мы рады объявить 4-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс» на территории Камчатского края открыт. Дорогие друзья, участники, эксперты,
С началом чемпионата вас поздравляет Анастасия Кравченко. Мир вашему дому! Пара-пара человек, это целая планета. С края до земли рукой не достать. Перекресток звездных рек вижу я на карте неба. Нам-то надо, там надо летать. Города ускорят бег, с каждым днем живем быстрее, забывая посмотреть на звезды по ночам. Пара-пара человек могут стать одной вселенной. Нам-то надо, там надо любить и мечтать. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий лавин. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, пусть все сбудется. А когда погаснет свет, время в темноте зависнет, вспоминая главную свою причину жить. Пара-пара человек поменяет ход событий. Нам-то надо, там надо учиться любить. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий лавин. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, пусть все сбудется. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. Мы благодарим Анастасию за хорошее настроение. Ну что, дорогие друзья, на этом торжественное открытие завершено. Церемонию вела Елена Гильванова. Мы желаем вам счастливых, удачных, удивительных дней и интересных открытий на пути к победе. До свидания, в добрый путь!